Надо объединить усилия. Под таким девизом прошло совещание в региональном правительстве. Главы районов, сотрудники МЧС и других ведомств обсуждали, как идет подготовка к грядущему паводку. Могут быть подвержены 96 населенных пунктов области воздействию паводка, в которых проживает около 19 тысяч человек, и они, эти населенные пункты располагаются в 24 муниципальных районах области. Пик половодья на реках будет в апреле, а на водохранилищах – в мае. Во всех районах области разработан план действий на случай прихода большой воды. В населенных пунктах, где по прогнозам может произойти подтопление домов, уже делают запасы продовольствия и медикаментов. Служба спасения готова к борьбе с ледовыми заторами. Запас необходимый взрывчатых материалов и средств обеспечения подрыва имеется, создан запас. И готовы получать заявки от муниципальных образований на проведение превентивных предупредительных подрывов льда на заторопасных участках. Сейчас специалисты должны привести в порядок плотины, каналы, насосные станции, то есть все гидротехнические сооружения. Особенно это касается бесхозных, таких объектов в области 3. Ответственность за них несут администрации районов. Итог совещания можно подвести так. Сильных осадков до конца февраля не предвидится. Снега в области в этом году тоже выпало не очень много. А значит, сильного половодья в этом году ждать не приходится. Елена Гришина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.